Ребят, всем привет! Мы себе взяли вот такую привет, камеру, ребят. Шикарную вообще. Ну, я имею в виду шикарную, как для определенных целей. Покажи. Сейчас Боря сидит с ней, разбирается. Меня там не видно. Eufy Security. Goofy. Eufy, правильно называется. Устанавливает программку на мой телефон. А взяли эту камеру для кого? Для вот этого малыша. Да. Потому что мы его хотим класть же, мы его кладем на улицу, то в веранду, в коляске. А он же спит часами, он же не 5 минут спит. И получается, приходится его постоянно караулить, чтобы подкараулить, когда он проснулся. А это, скажу, очень накладно. Так бы мы работу свою делали какую-то, правильно? Да, поэтому нам нужно... Радионяню мы решили не брать. Радионяня, ну, для нас она такая не очень эффективная, потому что там только звук. А вот камера, которая двигается за объектами... Вот она как раз самое то, скажи. И мы поставим эту камеру, будем ставить возле Максимыча. И она у нас будет на телефоне. Мама будет готовить в кухне кушать и будет видеть, что происходит с Максимкой. Потому что есть такая штука, как кот может запрыгнуть в коляску, да, если на улице малыш спит. Или там еще что-то, он всегда будет под присмотром. Будет и звук, и видео. И мы сейчас обязательно ее настроим и поделимся отзывом о ней. Ты так основные параметры можешь о ней сказать? Основные параметры? Да, какие у нее идут. Вот сейчас сайт тоже. Мы смотрим про нее описание, потому что здесь много разных камер. Основные она параметры. Тут определяет, кто взгляд где, ночью, где да, ну, знает, кто, когда, где приходит, короче, определяет. Получается, что у нее? Разрешение 2К, ночное видение, есть питомец, этот режим. Человеческий и, получается, искусственный интеллект различает свой или чужой, я так понял. То есть она видит, кто постоянно ходит в доме, все свои, а кто чужой приходит, лицо она сканирует, наверное. Ну, или, возможно, там можно настроить, что зафиксировать. Да, определение движения, зоны мультиактивности, двустороннее аудио, отслеживание движения. Ну, тут еще куча вот разных технических характеристик. Вставляем SD-карту. Тут у нас разъем. Аккуратненько, чтобы она не улетела. О, все. Чтобы подключить ее, мы скачали с Play Market программку Eufy Security. И вот сейчас настраиваем. То есть нужно завести новый аккаунт, подтвердить этот аккаунт. И потом уже по настройках... Вот подтверждали тут, мы через почту, да? Да, через на почту. Вот приходит. Тут есть QR-код, именно ее. И уже телефоном сканируете, и потом настраивается полностью вся программа, ставится, где она будет стоять и вот так мы далее. Мы выбрали Kids. Kids Room. Kids Room. Ну, хотя она не будет не в детской комнате стоять, ну, будет то на улице, то еще, знали. Ну да, чтобы мы понимали, что камера будет привязана к ребенку. Сейчас мы настраиваем здесь, как, где будет стоять камера, потому что от этого зависит ее формат, охват. Того, что она будет, да, охватывать и заодно захватывать в объектив. Если она ниже стоит, то у нее больше будет захват. Чем выше стоит, тем меньше захват получается. Захват, да. Но получается, если мы хотим, чтобы ребенка в коляске смотрели, то все равно нужно ставить на уровень чуть-чуть выше, чем ребенок. Ну, да. Тогда будет захват. И тут смотря какие цели, допустим, сейчас покажем. Вот очень нравится, что здесь в программке все показано. Вот, ну, видите, если на шкафу меньше захватывает, а если... ниже, то больше захват. Но получается, если будет она внизу стоять, она не захватит то, что в коляске. А нам нужно, чтобы захватывало то, что в коляске. Поэтому, короче, можно настраивать под себя, где она что будет. Подсматривать в программке. Мне это уже нравится. Угу. То, что мы видим, всё, настройка, мне закончил. Это нравится. Классно, сейчас покажем, как будет у нас видимость. А интересно, записывать можно? Если можно записывать, то ты так на улице поставил, там дети играют, потом чик, себе где-то что-то. Вообще, это классная штука, как система безопасности, потому что если вот у нас дома стоят камеры, они стационарно, то эту камеру можно ставить возле бассейна, потому что дети купаются, нужно всегда иметь под видом, да, техника безопасности. Всегда должны дети быть под присмотром в каких-то таких вещах. Когда ребенок на улице спит, очень актуальна эта камера. Ну, мы, по крайней мере, берем для этих целей. Это больше момент, чтобы дети были под присмотром, когда это необходимо, на улице. Привет, привет. Какая красота. Ребенок в веранде спит, в колясочке.
В веранде сейчас, потому что у нас то снег, то дождь идет. Короче, на улицу ставить опасненько, погода плохая. Я все слышу, можно звук настраивать. Единственное, что мы не настроили еще, чтобы он двигался. В общем, куча настроек нужно производить. Здесь все на английском языке. Будем постепенно-постепенно настраивать. Очень удобная штука. Звук слышно, все слышно. Единственное, конечно, должен быть нормальный интернет в доме. Если у ребенка есть отдельная комната, и он спит там в своей кроватке, то очень классно, когда у родителей есть подобные камеры, что там поставил себе, и ты видишь, что происходит. Почему я... Мы думали о радионяне, но радионяне это по эффекту рации. Ну, то есть ты не знаешь, что происходит там. Ну, то есть не видишь это все. Все-таки вот такая камера, она более эффективна. Ее можно использовать более обширно. Вот, видите, такой этот управление. Пульт управления, вот он. Я нажимаю, и она поворачивается. То есть можно выше, можно ниже. В общем, будем разбираться. Так что все, порадуйтесь за нас. Мы ссылочку, кстати, на камеру оставим в описании видео. Кому надо, покупайте. Шикарная вещь. Я говорю, серьезно, для меня прям это находка. Грудничком в доме. Слава Богу, что есть технологии. Да, в этом плане они очень сильно помогают людям. Поэтому вот и нам все, помощник в доме. Типа няни, который будет следить за нашим малышом, и мы вовремя к нему подойдем, когда он проснется. А в это время мы будем заниматься вот съемкой видео, да, работой по дому и так далее. Все, тогда ссылочку оставлю в описании видео. Надеюсь, вам обзорчик понравился. Вот, пока-пока, до новых видео, ребят.